Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Переживаючи ті чи інші хвороби, ми не завжди можемо спрогнозувати їхні наслідки. Особливо це стосується психіки. І сьогодні будемо говорити про ковідну та постковідну депресії, які зараз вже зрозуміло, що є, так і пані Катерина Міллер, яка прийшла до нашої студії. Це психологиня, практична психологиня, тілесно-орієнтована психологиня, спеціалістка по роботі з травмою психіки та психосоматичними захворюваннями, знає, що потрібно робити та як визначити, що саме така проблема є у вас і це справді є, так? Отож, пані Катерино, ми раді вас бачити у нашій студії. Вітаємо. Здравствуйте. З приводу ковідної та постковідної депресії багато ми чуємо, але ми ще до кінця не знаємо, чи це правда чи ні, чи вона доведена фахівцями. Если говорить о ковидной депрессии, то на сегодняшний момент уже большинство специалистов во всех странах мира сводятся к единому мнению, что она существует. Она существует в разгар заболевания, когда человек только болеет, и она существует также после того, как человек уже вроде бы выздоровел, уже вернулся к своей обычной привычной жизни, и у него опять появляются признаки вот этого состояния. Если говорить о каких-то документах, то на сегодняшний момент существует международная классификация болезней, называется она МКБ-10. Там есть просто такие отметки, как депрессия, есть тревожная депрессия, то есть пока понятия ковидной депрессии еще нет. Но, наверное, ничего не случается просто так. В следующем году будет пересмотр МКБ-10 и уже выходит МКБ-11, это новая версия вот этого классификатора. И большинство специалистов сводятся к тому, что уже в этом классификаторе все-таки будет ковидная депрессия. Можливо, то есть вона з'явиться. Успею, да, ее успею туда внести. Зрозуміло, і треба, щоб вона таки з'явилася, тому що нам треба мати протоколи з приводу лікування. Тобто да, ми повинні безусловно розуміти, що це, які показники і що з цим робити. До речі, пригощайтесь, будь ласка, чай готуємо спеціально для гостей з лимоном. Спасибо. Вітаміни повинні вживати усі. Отож, пані Катерино, з приводу депресії зрозуміло, а як визначити, що саме вона є у вас? Ковід – це справді така проблема, яка зараз у більшості людей, вона вже трапилася, хтось просто вакцинувався і теж маленькими дозами це пережив, так? А хтось просто на своєму власному прикладі мав таке захворювання, і тепер що? Обов'язково буде депресія? Чи це стосується лише вибіркових людей? Ну, в кого це, можливо, були якісь показники, можливо, психіка була не готова до чогось? Я скажу з свого опыта, я не так давно теж перенесла ковід і на цілі сутки провалилась вот в это состояние. И я отчетливо помню признаки, с которыми я столкнулась. Я отчетливо помню, что я проживала. Первое, это был панический страх, потому что ты не знаешь, как будет разворачиваться болезнь, ты не знаешь, какие будут последствия, ты не знаешь, окажешься ты в больнице или нет, тебе просто жутко страшно, потому что очень много информации в интернете, информация противоречива, одни говорят одно, другие говорят другое, нет единого протокола лечения болезни. То есть первое, что охватывает человека, это панический страх. Второе – это состояние беспомощности. То есть ты лежишь, ты не знаешь, что тебе делать, ты не можешь сам себя, грубо говоря, себе приготовить тот же чай, ты не можешь выйти в магазин, ты ничего не можешь, ты просто лежишь. А от, Катя, от, знаєте, ну, дивно, бо люди ж переживали і грип, і скільки ми хворіли, так, кожного року у нас ті ж самі вірусні захворювання, вони постійно траплялися. Але такого страху, що все вже там, кінець, не було. А потому что грипп – это уже такое привычное заболевание. Мы уже знаем, что это такое. Але все одно, випадки були, випадки були серйозні. Да, безусловно. Но здесь вот я продолжу. Следующий признак – это отсутствие контроля. Ты не можешь контролировать. Если в случае с гриппом ты знаешь, что есть протокол лечения, тебе нужно какое-то время пройти это лечение, тебе нужно вылежаться, да, больше это мобильного питья, антибиотики, то здесь ты не знаешь, чем это закончится, ты не знаешь, на какой орган дальше пойдет атака, потому что постковидные больные, мы знаем, да, что ковид атакует и сердце, и сосуды, и печень, и почки, и все что угодно.
Угу. Следующий признак – это дереализация. То есть такое ощущение, что это все не с тобой. Но это не может быть, это какой-то ужас. Это где-то вот я, где-то куда-то я проваливаюсь. Какое-то непонятное кино. Дальше идет повышенная такая чувствительность, плаксивость. Тебе просто хочется плакать. Вот просто слезы текут, и ты ничего не можешь с этим сделать. Так може це не депресія, може це просто якийсь стан, знаєте, такий, не знаю, депресивно, якоїсь там, ну, ще не зовсім депресія. Ну ви ж одну тільки добу це пережили, так? А депресія повинна ж бути довше. Тобто, следующее состояние – это апатія. Нічого не хочеться, нет никаких желаний. Вот какое-то очень угнетённое, подавленное состояние. И очень большая слабость. И когда я, будучи специалистом по работе с травмой психики, проанализировала все эти признаки, я поняла, что ковид – это психическая травма для человека. Почему он так сложно проживается? И я прожила добу, прожила сутки, потому что знаю, что делать. Я сразу же приняла меры, потому что есть определенные упражнения. Я вам хочу показать. Будь ласка. То есть для работы с вот такими состояниями есть пять телесных упражнений. Еще во время ковида очень многие люди отмечают панические атаки. А паническая атака всегда сопровождается учащенным дыханием. Человек начинает задыхаться. Если можно мне ваши листики, трубочку, я хочу показать. Да. Так, то есть что нужно сделать? Первое упражнение, оно очень известно, я думаю, многие его знают, когда начинается вот такое вот дыхание, когда человек начинает учащенно дыхать, ему становится тяжело дышать, паническая атака. Нужно дышать через трубочку. Вот так. И вот этот поток воздуха, который мы сужаем вот в эту трубочку, он успокаивает человека, потому что когда воздуха много, человек начинает задыхаться. Есть предположение, что в таких случаях человек впадает в состояние рождения, когда ребенок проходит родовые пути, вот тоже нехватка кислорода, и он начинает усиленно дышать для того, чтобы раскрылись легкие. Это же с легенями проблема. Ну, и так, это лекари говорят так, что проблемы с легенями, и может быть серьезная проблема с легенями, то есть нужно следить. А чи мы не можемо собі нашкодити. Можливо, треба більше дихати, навпаки. Я ще раз повторюсь, це в случае, если начинается паническая атака. Вообще, во время болезни рекомендую делать дыхательную гимнастику. Есть специальные комплексы упражнений, я тоже ее делала. А действительно, эта гимнастика улучшает сатурацию. Я даже замеряла на пульсоксиметре, когда до и после дыхательной гимнастики становится легче дышать. Но в случае именно панической атаки, потому что, повторюсь, ковидное состояние – это психотравма. Ну, треба точно знати, що з вами атака. А так люди, знаєте, у нас же зараз ніхто точно не може визначити, що з ними відбувається. Начинается вот это учащенное дыхание, именно страх. Паническая атака всегда сопровождается паническим страхом, который мы не контролируем. Вот тогда надо дышать. Так. Следующее упражнение, оно подходит не только для ковида, оно подходит вообще для жизни, потому что мы все живем в хроническом стрессе, мы всегда волнуемся, переживаем. Когда мы понимаем, что нам страшно, нам жутко страшно, мы начинаем волноваться, мы впадаем в состояние какой-то дереализации. Что это за состояние? Когда все происходящее кажется как в кино, знаете, вот замедленная съемка. Особенно это подходит людям, которые узнают какую-то шокирующую новость. Например, там кто-то умер, что-то случилось, да? Вот состояние, когда ты проваливаешься куда-то. Второе упражнение, вот так кладем ручки и начинаем медленно вот так бить себя по плечам. Вот прямо вот так вот постукивая по плечам. И сколько это треба часу это сделать? Пока не станет легче. Вот это может, это не длится 30 секунд, это может быть несколько минут. Не получается, переходим к следующему упражнению. Вот так вот, вот так вот, сжимаем свои пальцы. То есть, так, чтобы аж хрустнуло? Не должно быть больно, но должно быть ощутимо. То есть вот надо немножечко, чтобы вот суставчики чуть-чуть вот ощущать. А мне кажется, так еще страшно. Ну, я не знаю, кому як. Это ж тоді, коли вже у вас такий стан. Да, не дай Бог оказаться в состоянии, но важно знать, что когда человек впадает в это состояние, он теряет связь с телом. То есть тело где-то, в одной стороне, а голова, мозги, мысли уехали в другую сторону. Ну так, то ты отключаешься и себя повертаешь. Да, потому что когда страшно, когда есть вот этот панический страх, отсутствие контроля, мы же перестаем контролировать себя. И для того, чтобы вернуть себя, вот нужно делать эти упражнения. Сейчас несколько раз еще повторю, чтобы зрители поняли, когда именно это делать. Следующее упражнение – это руки на стол.
И чувствуем палец. Чувствуем большой палец на левой руке, большой палец на правой руке, мизинчик на левой руке, мизинчик на правой. То есть по очереди каждый палец мы его чувствуем. Тоже возвращает человека к себе. Он начинает понимать, что да, вот я, вот мое тело, вот я контролирую ситуацию. И самое эффективное упражнение, к сожалению, не покажу, потому что каблук, но я думаю, зрители включат фантазию, представят. Это работа со стопами. Вот ступни, во-первых, туда отходят нервные окончания от всех наших органов. Когда мы начинаем массажировать ступню, да, мы чувствуем такой прилив сил, бодрость. И когда человек чувствует вот это состояние проваливания, когда накатывает панический страх, страшно, когда я куда-то проваливаюсь в какую-то воронку травмы, я не понимаю, что происходит. Начинаем работать со ступней. Надо почувствовать пятку на левой ноге, пятку на правой ноге, каждый палец на левой ноге, на правой. И в конце вот так вот прокатать ступню от пятки до пальцев. И вот это упражнение, оно очень хорошо заземляет. Так и есть такой термин «заземление через стопы». Угу. Тобто ми заземляємося. Ну, ви знаєте, справді, якщо все це зробити, да. Це непогано. Є одно «но». В такой момент важно вспомнить, что же она там говорила, где же та психологиня, что она говорила. Потому что я часто слышу от людей, вот вы что-то говорили, а я вообще ничего не помню. Поэтому я рекомендую людям тренироваться каждый день, чтобы на уровне мышечной памяти, в момент, когда вот наступил, да, стресс, это же не обязательно только ковидная депрессия, это любая, любая стрессовая ситуация. Вот эти 5 упражнений, ну, убираем с трубочкой, если нет панической атаки, нет, эти 4 упражнения, они возвращают в состояние вот такого, знаете, адекватного восприятия ситуации. Но тренироваться надо каждый день. Ну, вы знаете, Катя, справді, це класні вправи просто для того, щоб ми навіть розім'ялися. Нехай ми займаємось просто собою, ми будемо знати, що у нас і руки, і ноги задіяні. Да. Це не тоді, коли ми просто ходимо, це інша справа зовсім. Це відчути себе, зрозуміти, що ми тут, саме тут, ми хто. От, і зранку, коли ми прокидаємось, ну, можна і зробити такі вправи. А краще і зарядку зробити, і пропрацювати ще й такі тілесні вправи, тілесно орієнтовані, аби почуватись нормальною, здоровою, психічно здоровою людиною також. Тобто все це в комплексі буде працювати на наш стан, на наше внутрішнє таке стійке переживання самого себе. Або ми, коли втрачаємо, зараз стільки таких негараздів відбувається в нашому житті, що це може статися і кожного дня у нас. Так? Да, ми не застраховані від негатива, але наша задача, навіть якщо щось таке случилось нехороше, все-таки удержати своє состояние. Потому что стресс, он является тоже причиной ухудшения состояния, снижения иммунитета. И у человека возникает риск заболеть. Поэтому для того, чтобы, как говорится, соломки подстелить, вот надо так это делать. З приводу ось таких випадків, які можуть статися і з нами, і з нашими рідними, там, з дітьми, люди залишились трохи осторонь життя, тому що так багато хто працює і спілкується онлайн зараз. І це теж призводить до негативних наслідків. Психологи говорять про те, що саме відсутність контакту, відсутність тілесної терапії, так би мовити, повсякденної, яка є у нас, вона теж призводить до ось таких от травмуючих випадків, які можуть бути. Особливо у підлітків, яким треба все це показати, яким треба прийти, поспілкуватися, може там когось за руку взяти, когось обійняти. Ну, тобто все це працювало, а тут немає. Є тільки гаджети, якими перед сном, як то кажуть, і цілий день, і очі вилазять, але все одно все це є. Так от, з вашої практики, чи є рекомендації, як впоратись саме з цією проблемою? Аби люди мали можливість більше спілкуватися, а немає такого, так, це було б добре. Отож, що ви порекомендуєте? Коли чоловік залишається один на один в такій ізоляції від спілкування, независимо, это дети, страдают дети, потому что детям очень важно общаться, деткам очень важно расти в коллективе, страдают подростки, страдают взрослые. Что поднимает это состояние? Это неумение принимать себя, быть собой. Вот это самая главная проблема в этом случае. Когда человеку с собой комфортно, когда человек уживается со своими, ну, какими-то нюансами, там, внутренними конфликтами и так далее, он не ощущает вот такого состояния, о котором вы только что сказали. Поэтому что бы я порекомендовала? Ну, конечно, навести порядки в своей душе, в своей голове,
это индивидуальная терапия, может быть, групповая терапия. То есть для того, чтобы было... були сили видержувати самого себе. А от знаєте, це ж як класно залишитись, поприбирати, там прийняти ванну, потанцювати, я не знаю, там почитати, можливо, щось, зробити якісь там вправи окремі, так, які ви раніше не робили. Можливо, хтось забув, що в нього є улюблена справа, можливо, хтось хотів би творчістю зайнятися. Тобто, ну, насправді, самому з собою багато чого можна зробити. Безусловно. Знайти просто ті ресурси, які є навкруг вас і які всередині вас, про які ви, можливо, просто забули. І тоді не буде самотності, не буде отакого відчуття. Але ж трапляється, так? От да, з вашої так. практики, як зараз люди страждають? І чи є такі прогресивні випадки, коли люди виходили з депресії за вашої допомоги, наприклад, і керуючись тілесно-орієнтивними методами, якими ви володієте? Но если вернуться к ковидной депрессии, сейчас, да, действительно, очень много обращений, потому что, во-первых, люди не знают, что это, что со мной. Я таким раньше не был. И нужно понимать, что состояние до ковида и после – это уже, ну, грубо говоря, два разных человека. И нужно научиться понимать, что происходит, и научиться как-то по-новому воспринимать всю эту ситуацию. Если вернуться к ковидной депрессии, то вот в МКБ-10 есть такая строчка, такой классификатор F42, это тревожная депрессия. Очень часто депрессия сопровождается тревогой. И я общаюсь по роду деятельности с психиатрами, с психотерапевтами, они отмечают о том, что люди, которые пережили ковид, мало того, что у них состояние депрессии и тревоги, у них еще очень большая утомляемость, слабость. У них апатия, у них снижаются какие-то когнитивные функции, у них снижается память, у них снижается скорость реакции, у них снижается вообще какой-то интерес к жизни. То есть человек просто себя не узнает. Я же был другим. Ой, як повернути людину? Чи є експрес-метод, яким можна дуже швидко зараз... Все, что помогает человеку вернуться, делится, скажем так, на две категории. Первое – это медикаментозное, это обратиться за помощью к психотерапевту, именно медицинскому, и психиатру. Они в зависимости от показателей, в зависимости от признаков, которые будет озвучивать человек, подберут медикаменты. Да? То есть это будут какие-то антидепрессанты, те препараты, которые помогут вернуться в состояние нормы. Но я сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я уже столько напился в этом ковиде, дайте мне что-то другое. И здесь приходят на помощь, конечно, телесные практики, телесное расслабление, имагинативная терапия, когнитивная терапия. То есть здесь тоже комплекс. Вот я работаю с комплексом методов. Нельзя что-то одно выбрать. Mm-hmm. Это мульти такой метод, который помогает человеку мало того, что удерживаться и зафиксировать такую хорошую динамику. Потому что тревожность, она тоже не появляется на ровном месте. Были какие-то вытесненные, подавленные эмоции, какие-то переживания. И вот ковид, грубо говоря, все это взял и вот так вот раскрыл. И человеку придется найти в себе силы каким-то образом с этим справиться. То есть уже вот так вот закрыть глазки не получится. Придется. Ну так, а що ж, треба подивитися вже на себе, який ми, який ви є на сьогодні, на зараз. Пережили нічого, треба йти далі. Треба впоратись, вийти кращим, вийти переможцем з цієї ситуації. Главное, звичайно. Вихід є. Так, вихід буде завжди. Главное, найти спеціаліста, обратитися. І фахівця, і самому, і знаходити сили треба через не хочу, як то кажуть, так? Але працювати над собою, можливо, комусь масаж допоможе. Теж, ну, як засіб йога, додатковий. Да. Можливо, хтось буде йогою займатися, а можливо, хтось знайде свою справу. Танці зумба, наприклад. Та, будь ласка, все може бути. Да. Все, що завгодно, аби тільки знайти той експрес-метод, який допоможе вам впоратись у будь-якій ситуації. Так, ви тут є, і вам треба зосередити усю увагу на тому, щоб вийти кращою людиною, аніж ви були до того. Я вам дуже дякую. Катерина Міллер була сьогодні в нашій студії, чудова фахівчиня. Стільки всього розповіли ви про ковідну постковідну депресію. Я думаю, що ні з ким цього не буде. А якщо буде, то ми дуже швидко впораємося, бо знаємо, що треба робити. Отож, зустрінемось за декілька хвилин. Не перемикайтесь.